Всем привет! Многие огородники в этом сезоне жалуются, что весь чеснок сгнил прямо в грядках. И сегодня расскажу о новом способе посадки чеснока, который поможет избежать этой проблемы. Особенно остро стоит эта проблема на дачных участках, на маленьких дачных участках, где нет возможности соблюдать полноценный севооборот. В итоге в почве накапливаются различные заболевания, почва заражается и невозможно вырастить хороший и здоровый урожай чеснока. Чеснок очень часто болеет и погибает от корневых гнилей, а также фузариозного увядания. Особенно опасен фузариоз, так как он может сохраняться десятилетиями в почве, и никакой севооборот, никакие биопрепараты, химикаты не помогут от него избавиться. Приходится полностью заменять почву на участке, либо высаживать огород совершенно на новом месте. Но есть одно классное решение. Сейчас о нем более подробно расскажу. С 20 по 21 октября совместно с нашим партнером «Профит» мы примем участие в выставке «Нетипичный садовод», которая пройдет в экспоцентре Москва-Сити. Приглашаем вас посетить выставку и пообщаться вживую. Мы сможем ответить на все интересующие вопросы. До скорых встреч! Для начала придется немного потрудиться, поработать. Значит, что мы делаем? Наверняка у каждого на участке... Найдется кусочек травы, кусочек газона, либо какая-либо пустующая земля, где ранее не высаживались никакие растения. Землю, кстати, не обязательно перекапывать, это может быть сплошной дерван, где растут многолетние травы, либо сорняки. Значит, берем плотный кусок картона. Обязательно плотно, он не должен быть тоненьким. Например, те же газеты, они не подойдут. Укладываем картон на траву, наверх. И этот картон будет препятствовать прорастанию сорняков, так как э, загородит им доступ солнечного света. В итоге под картоном все сорняки со временем перепреют и не будут повреждать наш чеснок, не будут отбирать у него силы и питание. Значит, засилаем лист картона, далее берем перепревший компост, либо перепревший навоз. Это обязательно органическое удобрение, которое послужит э, полноценной заправкой для почвы. Далее нам понадобится свежая земля. Ни в коем случае это не должна быть земля со Старого Города. Возьмите землю где-то за периметром участка. Может быть закажите э, доставку этой земли, э, плодородного грунта себе на участок. Э, берем, перепревший этот компост, и смешиваем в равных долях э, с плодородным грунтом. Значит, смешали эту землю и насыпаем хорошим таким слоем на, на эту картонку. Слой должен быть примерно 20 см. Таким образом, мы картоном подавляем рост сорняков и изолируем старую почву э, от чеснока. Чеснок не будет прорастать корнями в эту старую зараженную почву. Покажу на примере, как эта грядка сделана. Вот эта грядка, например, не для чеснока. Здесь у меня посажена э, садовая клюква. Э, ее делал похожим способом, только заправку делал не плодородным грунтом, а верховым кислым торфом. Но способ такой же. На низ устилал э, плотный картон, а по бокам огородил старыми бревнами, которые остались у меня от постройки дома. И получилась вот такая грядка. И как видите, сорняков практически нет. Где-то отдельно сорнячки несколько штук появились за сезон, но их легко можно выпалоть. Основная масса сорняков погибла под этим плотным картоном. И клюковка растет у меня весь сезон. Э, уже дала такой хороший прирост и в следующем году наверняка порадует э, первым небольшим урожаем. То же самое и с чесноком. Лучше всего огородить какими-то бревнами, либо досками, чтобы грунт не осыпался. А сорняки внизу, они со временем погибнут. Далее, когда мы заполнили грядку нашу, все же ее желательно пролить раствором триходермы. Потому что триходерма – это почвенный гриб, который живет в почве, подъедает растительные остатки и обеззараживает почву, то есть уничтожает различные фитопатогены. Несмотря на то, что осень, температура еще положительная, и в принципе даже при небольших положительных температурах, даже если на улице плюс 5 градусов, триходерма будет работать просто немного медленней. Чем выше температура, тем триходерма активнее. А если температура невысокая, то триходерма все же э, также работает, просто медленней подъедает все эти растительные остатки и уничтожает фитопатогены. Можно внести сюда триходерму в сухом виде, так я и буду делать, потому что сейчас у нас идут дожди, почва довольно влажная, и нет нужды использовать какие-либо растворы. Просто беру гранут триходермы и вношу по поверхности почвы. На 1 метр квадратный примерно чайную ложечку можно 2, если э, не жалеете, биопрепараты внести, зарыхлить, и все, она будет работать. Далее, что нужно сделать? Далее я размечаю рядки для посадки. Их глубина достаточно хорошая, примерно 7 сантиметров, ну минимум 5. Делаем рядки и в каждый рядочек дополнительно я засыпаю древесную залу. Беру такую хорошую горсть и посыпаю. Для чего это делается? В древесной зале содержится фосфор, калий, кальций, множество полезных микроэлементов, которые так важны для нормального развития чеснока. А еще чеснок очень любит нейтральные почвы. И поэтому зола поможет, опять же, раскислить вот этот субстрат на грядке. Значит, вот такую грядочку мы готовим и приступаем к посадке озимого чеснока. По поводу обеззараживания чеснока. Если у вас полностью здоровый посадочный материал, его можно и вовсе не обеззараживать. Например, я не буду производить этой процедуры. И не только поэтому, потому что в почву я внес триходерму. Если какое-то базинфорное на начало появится, где-то чесночок, зубки отдельные подгнили, триходерма локализует вот это заболевание и не даст распространяться заразе по почве и заражать остальной посадочный материал. Для посадки нужно выбирать самые крупные зубчики. Они вот такой округлой формы. А бывает попадаются вот такие тоненькие, плоские. Из них вырастают слабые луковицы, не сильно крупные. Поэтому все же лучше выбирать самый крупный, хороший, такой добротный посадочный материал. Расстояние между зубчиками примерно 7-10 сантиметров. В таком случае питания и света хватит для нормального роста и развития чеснока. Если высаживать чеснок слишком густо, например, по 5 сантиметров рядом он будет сидеть, либо по 3 сантиметра даже многие садят, то, естественно, нормального развития луковицы не будет. Чеснок слишком будет расти загущено, и ему не будет хватать питания и влаги для нормального роста. Далее после посадки чесночок присыпаем почвой, и у нас грядка готова. Укрывать чеснок, кстати, не обязательно. Но наверх я все же набрасываю немного веток либо старых цветов от обрезки цветника, чтобы зимой задерживался снег. Чем больше снега будет на грядке, тем весной будет более влагоемкая почва. Такой способ посадки чеснока подойдет не только для тех огородников, у кого почва заражена, но и для тех, кто только что приобрел участок и почва еще не возделана сплошная целина. Вы вполне можете застелить картон. Насыпать туда э, плодородную землю, добавить компост, либо перепревший навоз, и у вас получится отличные грядки для овощных культур. Не только для чеснока, но и для любых овощей, которые вы собираетесь посеять в следующем сезоне. Обязательно посадите чеснок таким способом, и он у вас будет точно хорошим и здоровым. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч.